Сьогодні ми детальніше поговоримо про всі ігри і згадаємо, що грали самі в дитинстві. Так, причому тут, ви знаєте, тут можна і прочитати те, що в мене написано в сценарії, але ні. Ігри – це, знаєте, такий прекрасний спосіб відволіктися від усього того, що навантажує тебе протягом дня. Тобто це спосіб відпочинку для мільйонів людей. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як же ж правильно відволікатися від повсякденного життя. І найголовніше, що потрібно знати, аби створити власний ігровий проект і просувати його. Отже, шановні, увага, у нас у студії – Юрій Поліжаєв, доброго ранку. Доброго утра. Доброго ранку. Приємно. Так само. Так, ти підприємець і займаєшся іграми. Ну, займався. Конкретно на текущий момент, да, я іграми більше не займаюсь, но какое-то время, лет 6, наверное, я займався действительно іграми. У нас була своя команда, independent, как их называют. Так. То есть мы за свои деньги делали, точнее, за свои ресурсы делали игры, выкладывали их в App Store, то есть и смотрели, как там можно заработать денег. Mm-hmm. Так, це якраз Юрій, той персонаж, який виклав в App Store гру за $1000, але до цього ми пізніше. Хорошо, потому что вы такую затравку закинули, там, да, действительно интересная история есть, но это как бы не основная суть. Так, давай почнемо з того, от наскільки складно створити гру? Смотря какую и смотря какие на нее амбиции. То есть в целом игры сейчас делать ну, нетрудно. Существует ряд технологий, позволяющих там, с низким порогом входа начать там, из кусков готовых собирать игры с механиками, с популярными, типа Super Mario, например. Mm-hmm. Super Mario, ну разве что, конечно, контента придется наклепать, но в целом собрать его достаточно просто сейчас. На... Для этого має бути все ж таки освіта программиста, чи це має бути ще креативность? Ти в тебе в голові, не знаю, якийсь ти дизайнером маєш бути. Що вкладати взагалі потрібно? От з яких пунктів? Ну, дійсно, складається ця професія. Ну, пробачте, я в комп'ютерні ігри не граю. І для мене взагалі це люди, які створюють комп'ютерні ігри, ви хто? Що ви маєте робити? Що в вашій голові має вміщуватися? Ви знаєте, я як чоловік з філологічним образованням. А, ось, будь ласка, на секунду. Могу вам сказати, що образування програміста ну, не обов'язково. Однак, потребується більше часу для того, щоб всьому навчитися. Тобто, я починав в 2005-му і тільки в 2000 там, 12-му, да, я дошел до того, что вот решился, все, я готов делать игры. Mm-hmm. Вот. А вообще, ну, процесс создания игры, он состоит там из ряда этапов. То есть сам продакшн, на него что нужно? На него нужно программирование, да, то есть запрограммировать механики и прочие вещи. Контент — это картинки, музыка, анимации, вот. И дальше, собственно, когда, ну, скажем так, после продакшена идет издательство, но здесь еще есть важный этап, это тестирование. Потому что, да, мы вот с первой нашей игрой сильно срезались на сложности. То, что пока мы ее разрабатывали, мы в нее играли, 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 и, соответственно, достигли, ну, просто недостижимых высот в скиллах в этой игре. И, соответственно, мы ее проходили легко, нам казалось, что она легкая, а пользователи, которые получили первую версию, не могли даже пройти первый уровень, то есть и нам пришлось срочно клепать апдейт, чтобы она стала попроще. Так, ну, давайте, із того, що ми зараз зрозуміли, в принципі, це не так важко от саме створити гру. В принципі, да. Не знаю, як це взагалі. Ну, на слова, дивися, я як заядлий геймер, я тобі зуб даю, я кожного вечора і в симулятори граю. Ну, так, все не буде. Йо-моє. От, який найскладніший етап у створенні гри? Тому що мені от здається, я зараз тебе слухаю, і мені здається, що саме контент, ось це найскладніше, сценарії гри, там, знаєш, ось ці певні левели. Левел-дизайн действительно сложен. Вообще, на самом деле, самая сложная часть – это вот так называемый гейм-дизайн, потому что игры сейчас, разработка начинается с гейм-дизайн-документа, в котором описана механика основная игровая, то есть на чем основано, собственно, взаимодействие пользователя с игрой, монетизация и, собственно, прокачка, да, то есть если она там есть, как она должна происходить, как, сколько времени на это нужно, должно потребоваться, как это все монетизировать, опять же, то есть что продать, а что заставить людей, как модно выражаться сейчас, грандить, то есть ну, играть, 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 пока не доберешь нужного уровня. Так, а давай тепер поетапно, тобто механіка, це виходить, ось у мене є планшет, і встановлюючи гру на планшет, ось це саме гра, вона відповідає цій механіці, правильно? Ну, нет, механіка – это немножко более узкое понятие, то есть так. Давайте, опять же, на примере Super Mario. Давай. Super Mario – платформер. Платформер, можно сказать, это вот механика, да, то есть, но платформеры там бывают немножко разные, да, вот, runner – платформер, да, то есть так. Это механика. Это вы бежите, прыгаете. Например,
Тобто там человек, Angry Birds, да? Ага. Ну, это именно способ взаимодействия с игрой. То есть у вас там есть какое-то управление и какое-то поведение персонажа. То есть вы прыгаете по платформам, это механика, вы кидаете птичек в свинок, да, то есть это другая механика. Кирпичками пулитесь. Да, 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 да. То есть, если это пошаговая игра, то есть это тоже часть механики. Это сложно четко сформулировать, что есть механика, да. Ну, то есть механика — это то, как игра себя ведет. Вот, то есть, если это стратегия, это механика. Если это РПГ, то это тоже механика выходит. Да, по сути, так и есть. Все. Мені тепер зрозуміло. Ну, просто на словах воно, знаєш, начебто все нормально. Ну, типу, ти розумієш, які певні... Да, ну, да. От коли я пытаюсь об'яснити самого трудності, розумієте? Так, так. А ось цікаво, ви кажете, у вас була команда, та, компанія однодумців, які вирішили створити гру. Скільки у вас було людей, хто чим займався, тобто, ну, мабуть, у кожного ж свій був підрозділ, і за який термін часу ви створили гру, і саме якого вона механічного напряму була? Да, смотрите, нас ізначально було двоє з партнером, у мене були знання в програмуванні, анімації і там музики, вот. У него MacBook и наглость. То есть, грубо говоря, он занимался маркетингом, я занимался разработкой. Также мы привлекали, ну не то чтобы иллюстратора, на тот момент дизайнера, который нам помог, ну скажем, адаптировать персонажей из мультика популярного, да, то есть под нашу игру, чтобы к нам потом за авторские права не доклепались, и нам при этом не пришлось разрабатывать с нуля весь графический сеттинг. Вот. И у нас ушло на первую версию 7 месяцев. Вот. Игра была достаточно, ну как, мы думали, что это была инновационная механика. Вот, нужно было давить блох на собаке, вот. Но потом, да, потом эта прекрасная механика, которая нам казалась такой уникальной, да, она оказалась самой большой проблемой в этой игре, потому что неудобно в конечном итоге оказалось, да, вот. И вот 7 месяцев на первой версии нам понадобилось. Она выглядела красиво, была такая специфичная визуально, скажем так, мы ее сделали полностью в сепии, то есть в таком цветовой гамме. Ее много кто заметил, ее нам даже предложили в нескольких местах бесплатно там ее прорекламировать, и прорекламировали. Но с монетизацией немножко не получилось, потому что она была невероятно сложная. Вот. И в целом монетизация в ней была продумана плохо. То есть за что платить и зачем. Вот. То есть мотивировать людей... Ну, чем больше блох, тем... Больше грошей. Ну так это мы тогда им платить должны, если мочат блох. Потому что им сложнее, если блох много. Дивіться, окей, ось є гра, і потім куди краще розміщувати, як це правильно відбувається? Бо тому що, як я розумію, це ж не просто завантажити, це, мабуть, якийсь потрібен теж пакет документів, якось кимось там домовитися. На самом деле, приложение і игру в тому числі закинуть в какой-нибудь стор сейчас не трудно. То бишь, там веб-стор у вас там за $100 в год договор с веб-стором, ви можете даже как частное лицо его заключать. Вот. Ну, там, то есть, решаете вопросы с налогообложением в своем государстве, и все, как бы вперед. Вот. Но тут есть другая сторона. Ну, с Play Market еще проще. Там $25 стоит лицензия, да. Хотя, кстати, могут быть неактуальные данные, на самом деле. Вот на тот момент было так. Вот. Проблема в другом. Проблема в том, что ты, когда выкладываешь приложение, ну, его уж никто не видел, его никто не знает. Оно не попадет само по себе в топы. Его нужно раскручивать. То есть, сейчас... Особенно сейчас, да, уже оформлен рынок, оформлены свои акулы, которые вкидывают очень большие бюджеты в раскрутку новых приложений и игр. И с ними приходится конкурировать. Поэтому инди-разработка сейчас, конечно, в беде. Вот. Если вы индивидуальный предприниматель решили напилить свою игру на идеи, то будьте готовы, что велики шансы, что она ну, как бы останется незамеченной. А, ты сказал про рекламу, про раскрутку игры. От, на твою думку, сколько сейчас инди-предприемцу потребно саме на рекламу, чтобы игра потрапила в топ? $100 000 или больше? Чтобы игра попала в топ конкретно? То есть, ну... За $100 000 ее можно вывести на какое-то время, там, небольшое, в топ, да, то есть используя какие-то искусственные накрутки рейтингов, всего остального. Но здесь, конечно, риски большие, потому что если игра не затягивает сама по себе, потом органический трафик, так сказать, не придет. Вот. Игра ориентирована на органику. Ну, игра всегда должна быть ориентирована на то, что когда человек ее запустил, начал в нее играть, ему захочется поиграть еще. Это так, как это называется, забыл по-английски. В общем, реиграбельность.
Вот, то есть если у игры высокая реиграбельность, то есть будет успех. Если реиграбельность, да. Ну, тут ты закрыл ее, там, встал, извиняюсь, с туалета, да? Потом, когда ты в следующий раз идешь в туалет, ты опять хочешь ее открыть. Вот это важный момент. То есть Angry Birds в этом плане всех выиграла. Там дальше Clash of Clans и все популярные игры. Вот, они выезжают как раз за счет того, что в них и хочется играть еще и еще. Туда подвозят новый контент, там механика, которую невозможно, скажем так, которая невозможно насытиться за там ряд сессий, грубо говоря. Вот. Я можу? Так, давай вирішити. Давай твою фішку на оце про гру за $1000 на фінал. Почекай, тоді перед тим я маю запитання стосовно того, що все одно, коли створюється якийсь контент, якась гра, потрібно минути саме авторське право, ну, щоб це було саме ваше унікальне створення. Mm-hmm. Це музика, це анімація. І, наприклад, дуже часто кажуть, що можна взяти, за приклад, якусь гру і потім створити свою. Як у цей момент? Чи дуже зараз теж з цим складно і якось правильно подготовить, довести, что это ваша оригинальная игра? Ну, смотрите, здесь все вопрос становится так, что если вот кто-то сможет доказать, что это, ну, как бы тыриный контент, тогда у вас проблемы. Если нет, то нет. Причем речь идет только о контенте. То есть механику защитить авторскими правами почти нереально. То есть никто этим даже не занимается. Вот вышла Flappy Birds, вот эта, которая однопальцевая, да, там птичка прыгает. На нее вышло 1000 клонов, из них первые 50 еще тоже денег заработали. Вот. Ну, никого не волнует. Все равно Flappy Birds, так как она была первая, она сняла все сливки. Вот, то есть здесь как бы игра может быть двух типов. Первая — это трендовая, вот она сейчас стрельнула, и потом за нее забыли. Но ты сейчас на ней заработал много денег. Либо такая, в которой будут долго играть. Ну, вот такие, это можно назвать их AAA, да, это всякие там Clash Royale, всякие вот ныне популярные игры, которые в App Store светятся и вообще в целом. Вот, в них там все сложнее. Там постоянно идет маркетинг, постоянный подвоз контента. Вот, а какой вопрос был? Я что-то саме путек про те, мысли. От коли ми створюємо свій продукт, да, і там беремо якусь музику, щоб вона була ж без авторського права обов'язково. Могу, да, на примере рассказать двух наших игр, которые мы выпускали. То есть вот эта первая игра про блог, мы вышли из положения просто. Мы как бы взяли, попросили парня срисовать нам персонажей, но так, чтобы они были не похожи. Мы из мультика там одного популярного, не буду его называть, взяли тараканов, превратили их в блог. Вот, отанимировали, музыку мы взяли возрастом больше 70 лет, потому что там, ну, это был Скотт Джоплин, там, Джоплин, интертейнер, тема, да. И авторское право не дея. Да, авторское право уже не действует в США после 70 лет, вот. Собственно, и так и выкрутились. А вторую игру мы уже контент создавали полностью сами. И музыку сами. Да, у нас был иллюстратор, да, я конкретно писал на нее музыку. Вот эти очень гордые. Да, музыку писали, так, да. Филология. Так, ну, я так разумею, мы так обереженько подошли до игры за $1000, правильно? Да, там была интересная история. Значит, мы сделали ее, выпустили в App Store, понятно, ее не видно, но мы начали рассылать разнообразным агентствам, собственно, демку игры, точнее, ну, превью видео. Вот, некоторые откликнулись, а одни ребята говорят, давайте мы вас просто так прорекламируем, нам для портфолио просто интересно, а вам там за двое суток, ну, грубо говоря, 20 тысяч человек, ну, органического трафика придет. Идея была в чем? Игра была платная, вот, есть платформа, которая вот позиционируется, у них приложение, они каждый день показывают новое приложение, которое было платным, а по их спонсорству стало бесплатным. И, соответственно, люди, у которых есть это приложение, видят, о, игрушка стала бесплатной, я себе ее скачаю. Вот, и ее накачали. Вот на этом мы поняли, что механика тяжеловата, надо выдумывать, и мы дальше выдумывали. Но в какой-то момент мы уже занимались разработкой следующей игры. С этой игрой стало понятно, что, ну, и сама механика не очень выигрышная, то есть ее не получится дальше и дальше доить, если можно так выразиться. Вот, и мы взялись за другой проект, рисовали его, а на этой игре решили ставить эксперименты. И мы, существовало на тот момент очень много, и сейчас существует, но тогда они были очень популярны, агрегаторов разнообразных, сайтов, на которых показывают, что вот игры изменили цену, да, там, там скидки, все такое. И игры, у которых были большие перепады по ценам, они, естественно, выше по топу были. И у нас мы поставили игру $1000 на нее, цена 999, подержали ее месяцок. У нас было несколько покупок даже, в основном из Малайзии, из Арабских Эмиратов. То есть там люди, наверное, по приколу просто 1000 тратили. Из них там половина было возвратов в итоге, но
часть не вернули. И потом мы снизили цену там обратно до $2, грубо говоря, и в этих агрегаторах мы внезапно попали в топ везде, соответственно. И да, там было даже несколько, мы находили потоков на форумах, где люди обсуждали, что это такое, раскрутки, это накрутки. Было очень приятно приходить на этот форум и писать: я разработчик, и мы это сделали вот почему. Вот, то есть, ну, действительно, да, вот такая, такой способ помогал вообще без денег где-то засветиться. То есть ты ставишь сначала высокую цену, делаешь какое-то время, потом скидываешь ее, и все сайты, которые мониторят скидки, показывают твою игру. Слухай, цікавий хід. Юр, у нас уже час завершення ефіру. Давай отак наостанок, коротко, найголовнішу пораду, згідно твого досвіду, молодим тим, хто намагається займатися іграми. Сначала поработать в какой-нибудь конторе, в которой игры делают и успешно выпускают, потому что там много подводных камней, когда самостоятельно этим занимаешься. То есть контент, продакшн, механика, это все не так страшно. Страшно потом маркетинг и вот именно анализ, как пользователи реагируют. Либо брать уже популярные механики и на них основывать свою игру. То есть там матч 3, например, он не умрет никогда. Вот. Так. Ну, все, майстер-клас отримано. Юр, ми тобі дякуємо, що ти до нас доєднався. Було приємно. Я сказала, що це інформаційний понеділок. Дуже вам дякуємо. По-перше, і я, якби в комп'ютерних іграх нічого раніше не розуміла, тепер трішки зрозуміла. Ну і сподіваємося, що для вас ця бесіда була корисною. Тепер ви точно знаєте, з чого треба розпочати, якщо в голові вже роїлася та думка. Дякуємо вам за те, що переглянули це відео. Ми стараємося робити так, щоб весь контент був для вас цікавим та унікальним. А мене звати Ангеліна Таран, і це ранкове шоу «Правда тут лайв». А мене звати Макс Сербін, і я вам рекомендую підписатися на YouTube-канал «Правда тут», поставити лайк, написати коментар і не забути переглянути весь актуальний матеріал.